И только что на горячую линию агентства теленовостей поступило сообщение о том, что в Светлогорском районе в санатории отравились 5 детей, выпив средства от насекомых. Все они в больнице, 2 при поступлении были в тяжелом состоянии. Сейчас здоровье детей медики оценивают как средней степени тяжести. И как нам стало известно, принято решение о переводе подростков в одну из гомельских больниц. 2 из них уже отправлены. Известно, что это дети и мальчики в возрасте 10-15 лет из Рогачевского района. Что за жидкость пили школьники, сейчас выясняется, но когда их состояние резко ухудшилось, пришлось вызвать медиков. Подробности происшествия выясняются.